Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Новые задания давай посмотрим для начала. Так, выиграйте 6 гонок, маневр 400 метров и получите 250 эфирного времени. Отлично, это все мы заработаем. Так, откроем сундук. Крылья, колесный ускоритель. В команде, так, я ролик пишу. Кто-то там ролики пишет. Всем привет. Так, поздоровались. Открываем бесплатный сундук. Так, деньги, управление в воздухе и стартовый ускоритель. Событие у нас какое-то доступно. Ну что, ребята, 33 тысячи кубков я сейчас заработаю. Ну и дальше у нас будет, по идее, сколько там? 36 или уже сразу 40? Я не знаю. В общем, Кубок Федерации. Меняем нашего водителя. Кого бы взять, а? Давай вот этого возьмем с пеньком на голове. Так, Феррари. Слушай, а у нас есть розовый, как-то не очень, синий тоже. Оранжевый приелся. Черный, пускай будет черный. В общем, Кубок Федерации я поеду, наверное, на моем раллийном авто. Многие спрашивают: Рэй, какая твоя любимая тачка в этой игре? Ну, я тебе говорю, что, наверное, скорее всего, это раллийное, ребята, авто все-таки. Я, по-моему, если не считать Супер Дизель, больше всего на нем прокатался. И она меня устраивает, она очень балластная. Так, тихо, сейчас тут будет опасно. Поэтому на заднем колесе, конечно же. Все, проехали. Как я не знаю, как самые лучшие, наверное. Давай дальше гонять. Опа-на, идеальный старт, но мотоциклист меня, ребята, супер плюс все-таки обманул. Ты видел, что значит сбросить, ребята, скорость? Да-да, вот именно, что когда ты сбрасываешь скорость, у тебя не такой высокий подлет. Соответственно, ты быстрее приземляешься. А вот байкер, я смотрю, ничего не боится абсолютно, да? Он не боится ни разбиться, ничегошеньки. Ему плевать, что-то происходит. А я своей аккуратностью, ребята, как раз-то и заработал здесь первое место. Поэтому дорога в пустыне. Последняя у нас здесь гонка. Что-то супер плюс как-то, ребят, не особо себя здесь проявляет. Ой-ой-ой-ой-ой. Да-да-да, вот это вот самое противное, когда ты... Да чтоб тебя есть. Небольшой отрыв. Шикарно. Вот тут главное не вляпаться, и все будет окей. Все, ребят, первое место. Идеально я прошел. Ну что же, продвигаемся дальше. Там я ничего не выполнил, нет. День гонок. Естественно, возьмем нашу Феррари. Нет, мы ее уже назовем не Феррари, а пускай сейчас будет в данный момент Ламборджини. Черная. Куда? Тут еще хлыщ какой-то. Блин, ненавижу я эти попрыгульки. Слушай, а этот Бигфут там еще, блин, на своих здоровых колесах-то. Да еще и на прыжках, ребят, на амортизаторах. Ёпрсте. Есть шанс ему сфейлиться, кстати. Скажу тебе по секрету. Но нет, все-таки мы первым приехали. Что меня очень хорошо радует. Атя-тя-тя-тя, идеального старта не было. Все, ребят, а он еще и... Ну правильно, смотри, у него амортизаторы. Плюс он взял себе крылья. И ко всему прочему он взял себе еще... А что он еще взял себе? А, монетный ускоритель. Ага, здесь ему не попрыгать. Вот он и вляпался, очкарик. Так ему и надо. Ну вот это вот, ну зачем вот этот вот гигантский, ребята, никчемный, блин, прыжок? Вон он. Нет, это... Нет, другая машина прискакала сюда. Это спорткар сейчас только что был. Ладно. Давай попробуем последнюю гонку тоже как-нибудь выиграть. Шансов мало, но все-таки, ребят. А этот вон летит, скачет. Все, по-моему, мне их уже не обогнать, ребят. Вот, по крайней мере, мне так кажется. Фига ты, парень. Иди ты. Вот и все, друзья. Ловкость рук и никакого мошенничества. Все по чесноку. Магнит и стартовый ускоритель. Так, нам нужно еще маневр сделать и...
250 эфирного времени. Что, у нас дальше трасса Билл опять идет? Окей, машину я менять пока не буду. Поедем на наши Ламборджини. Йоу, вот это вот дурацкое, ребята. Да, здесь мы сфейлимся, скорее всего. Даже выскочка меня обогнал. В общем, любая машина, которая едет довольно легко в горку, меня здесь обгонит. Это и понятно было сразу же. Хорошо, здесь они повеселились. Да, на первой трассе им, короче, было очень забавно меня обгонять. Давай посмотрим, что будет дальше. Вот мне очень интересно посмотреть, что дальше будет. Будут ли они настолько же веселые, как и в первой гонке, или будут плакать на помостках. Ну и куда ты чешешь-то, а? Не дорос еще, ё-моё. Суют свой нос уже к старту, точнее к финишу. И выскочка то же самое тебя касается. Иди гуляй там. Чтобы глаза мои тебя не видели здесь. Не мозолил ты мне, чтобы глаза. Вот и все. Я же им сказал, что на первой трассе, да, они повеселятся. Ну а дальше, сам видишь, топово прошли. Так всегда будет. Ну что, ребята, нам, наверное, еще одну гонку, а может быть даже две, чтобы получить 33 тысячи кубков. Кстати, что там за трасса у нас? Темные дороги. Слушай, темные дороги, наверное, я поеду. А, вот, скорее всего, баги надо было взять. Ладно, сейчас посмотрим. Упс. Да-да-да-да-да. А этот что там, вообразил себя летчиком? За летчиком, что ли? Я не могу... Блин, ты... О, красавчик, так тебе и надо. Охламонище. Размазался, короче, ребята, об асфальт. Да выделывался, одним словом. А почему так перелетает круто? Объясни-ка мне на милость. Так, этот еще тут со своими... Я насчет ускорения этих амортизаторов не вижу, ребята. Но я вижу, что он летит там офигенно. Офигенно. Такс. Ладно. Хмырь болотный. Сделал ты здесь первое место. Амин этот. Ну вот, ребята, амин. Аминь ему, я тебе так скажу. Фух. Оу. Вот это я дал, ребята. Сам себя подколол. Ну что, 11 день, 15 тысяч монет я забираю. И задание у нас тут завершено. Это получил 250 эфирного времени плюс сундучок. Так, ускоритель приземления, амортизаторы, это для трактора и управление в воздухе. Нам остается только сделать маневр. Ну что, 33 тысячи кубков плюс крылья на баги мы зарабатываем. Нет, ребята, 36 тысяч будет все-таки здесь кубков, поэтому едем туда, где я ненавижу воду. Именно туда мы с тобой и отправляемся. Пока вроде бы норм, но сзади еще одна ролейка там шпарит, чешет. Вот здесь вот, вот, ребята, моя большущая ошибка. Я не успел захватить пузырь, но успел доехать до второго пузыря, поэтому все норм. Не надо на голову только... Ты видел, что я сейчас сделал? Камень падал мне, а я взял, короче, его, встал на дыбы и не дал ему упасть на меня. Прикольно было. В первый раз так, кстати, получилось. Ну что, траншея у нас водная какая-то, по ходу дела. Сейчас посмотрим, что у нас тут выйдет. В общем, вот та ролейка немножко, ребят, меня напрягает. Вторая это вражинка, так скажем, мой конкурент. Ну вот, не хотелось бы, конечно, ладно, если заехал, что ж поделаешь. Так, ребят, и опять у нас первое место. То есть, грубо говоря, что у нас здесь первая позиция обеспечена. Даже если я проиграю. Так, что, подлетаем кверху.
Ну, допустим. Так, а сейчас, по идее, мы должны приземлиться прямо перед трубой. Да. Именно перед ней. Опа, чуть было не клюнул носом. Все, друзья, три первых места. Поэтому, естественно, я здесь победитель. С пеньком на голове. А вот и сундук у нас. Так, крылья, ускоритель дым и ускоритель приземления. Нормально. Так, что у нас там ребята пишут? Ревью пишешь? Ну да. Жда. Да. Да, пишу. Так, а я поехал тогда дальше. Восхитительные диверсии. Дай-ка я... Слушай, подожди, мы на баге с тобой брали в тот раз восхитительные диверсии. И давай попробуем на ней. Я не уверен, конечно, что смогу здесь победить в этих диверсиях. На баге к тому же. Ой, какая напрягучая. Ой-ой-ой-ой-ой, ребят, нет, тут вряд ли, конечно. Куда мне с такими прыжками-то? Этот чувак на спортивной машине чувствует себя довольно комфортно, я смотрю. Опа! Прикинь, каково ему сейчас было. Он, наверное, ехал себе довольненький, да? Я понимаю, что это бот, ребят, но я просто так сужу, логически. Едешь себе, да? Довольненький такой, первое место, а тут тебя бац. И прям на самом финише подрезает. Вот мне лично, ребята, очень от этого обидно становится. Так, давай без огромных этих прыжков. ККМ-ка, куда лезешь? Блин, вот багги, ребята, так как она легкая, в данный момент она потеряла в скорости. Ну, врезавшись, естественно. Ну что ты там, блин? Пипец. Вот тормоз, а. Перестройки взял, остановился и все, и буксует. Блин, какой так замызганный ККМ-ки проиграет. Да вы че? Вы серьезно, что ли, блин? Выскочка, вали нафиг отсюда, а? Тебя сюда никто не звал. Блин, из этих дурацких гигантских, ребята, просто прыжков, ну это пипец. Ну, пускай наверху катается. Все, все, ребят. Я спокоен, абсолютно спокоен. Первое место за мной. Продвигаемся отлично. Что у нас там дальше идет? Че, опять развлекухи, что ли? Вы сейчас издеваетесь. Нет, ребята, две развлекухи подряд. Это что-то с чем-то. Что-то я такого не припомню, чтобы сразу же две развлекухи было. Ну что там еще, хмырь болотный? Так, этот докатался. Решил бустануть и погорел, короче, на своей хитрости. Хитрожопый оказался, чересчур. А я первый. Так, ну что, здесь у нас тоннели эти ужасные. Попробуем здесь тоже, ребят, нормально проехаться. Это так и лезет на рожон, а? Ты посмотри на него. Да врежь ты, упырь несчастный. Аккуратно, ребят, аккуратно действуем. Все, первое место. Ну что, последняя заключительная гонка здесь у нас на этих аттракционах. Опять тоннели. Блин, я помню, да-да-да. А чувак какой-то там аж наверх залетел. Интересно, комфортно ему там сейчас? Его там черти не жарят, а? Захотел, на крышу полетел. Все. Прекрасно. Что там опять нам пишут в команде? Круто, ну конечно круто. Конечно круто. Кубок Сумрачной долины. Ну, здесь мы уже привыкли проходить ее на баге. Поэтому надеюсь, и на этот раз у меня все получится тип-топ. Но не я здесь один, ребята. Как всегда умный самый. Тут тоже вон баги хватает.
Я обожаю, когда делаем такие вот огромные прыжки на... Опа! Фига себе! Ты посмотри, я в воздухе пролетел на нитро огромное количество расстояний. И эти хламоны меня по земле просто успели обогнать. А именно спортивные тачки. Именно спорткары, друзья. Именно спорткары. Что они себе позволяют, а, друзья мои? Они чересчур много себе позволяют, эти машинки мелкие, недобитые. Все. Папа должен быть на первом месте. Скрученные деревья. То есть это не то, что я думаю, не в низинке, да, у нас, а скрученные деревья. Я думал, что вниз будем сейчас мы прыгать, но, видишь, получается, что не шиша подобного. Да куда ты со своим вот этим прыжком-то? Ну, Рэй, ну ёпрст ты, ну... Серьезно, блин. Ты нашел, блин, момент подпрыгивать в поднебесную. Не надо так делать больше. Едь аккуратнее. Все, ребят, первое место. Угу. Что там опять? Когда будет ролик? Сегодня. Этот ролик будет сегодня. Вот ты чуть не нажал на гонки, ё-моё. Так, забытое шоссе. Ну, понятно, что здесь мы поедем на... Вот так вот, на Ламборджини нашей. Идеальный старт, вроде все нормально. Теперь главное не уступить место этой вертушке, которая там мечтает меня обогнать. Так, интересно, у нас здесь получится с тобой кувырок и встать обратно на колеса? Вот как думаешь? Получилось. Вот когда я боюсь вот эту вот рельсу, ребята, я все время думаю, как бы только не вонзиться в нее носом, блин, и не проиграть из-за этого. Но, видишь, все пока отлично. Бог гонок нас миловал. Или помиловал, как даже не знаю сказать. Но здесь одна гонка всего лишь. Все, ребят. Огромный я отрыв сделал, задел, смотри, сколько времени. Сейчас посмотрим. По времени, по таймингу. Я за 46 секунд приехал, а этот за 55. То есть 9, ребят, секунд разрыв. А это очень много на самом-то деле. А дальше идет кубок колпака и ступицы. Блин, кубок колпака и ступицы. По-моему, ребят, это с этими прыжками, если я не ошибаюсь, конечно. Так, тут смотрю, ролейка у нас на этом. Биг Ник нас обогнал почему-то весь. Всех. Не знаю, где-то я там, по-моему, ребят, когда в это упал, в яму. У меня так дико скорость потерялась. И уже я потом не смог выровняться. Не знаю почему пока, неизвестно. Так, если не ошибаюсь, это яма, да? Оу! Тихо, Рэй, ты хорош. Давай ты, ё-моё, ну вот финиш уже. Как будто как специально какое-то замедление начинает срабатывать на мою машину. А это так все там и шпарил на своем этом нитро. Куда я приземлюсь? Нормально я приземлился. Этот дурачок даже в воздухе, ребята, применяет нитро, и почему-то оно у него не кончается. Угу, готов, хлопчик. Ну, 18 деталей. Это у нас на тягач. Это ускоритель дым. Окей. У нас кубок путешествий. Это, получается, три разные трассы будут. Насколько я помню, да? Твою ж налево, блин, вот. Так, ребята, целуйте кактусы, пожалуйста. Целуйте.
Ну куда я сейчас приземлюсь? Фигово я приземлился в лужу. Но зато первое место взял. Они там летят довольны. Так, теперь у нас пустыня. Лишь бы тут, ребят, не в... Фига там баги. Эй, ребят, подождите, подождите. Папа-то должен быть впереди. Куда вы, блин, вперед, батьки-то в пекло лезете, эй. Ну хорош, завязывайте давайте уже. Все за мной. Я тут руководящий. Вот так вот. А то нифига себе баги там вломило. В попыхах. Совсем, смотрю, субординацию потеряла. Это Дэн 3033. Так что... Неизвестная нам сущность, так скажем, да? На горке-то мы с тобой поднимаемся нормально. Это тебе не суперкар, который там еле-еле ноги волочет. Нам горки эти не помеха. Ну что, ребят, первое место. И остается тут совсем маленько. Так, что у нас там? С добрым утром, всем привет. Это круто, кстати, привет. Кстати, я тоже дохожу, но не как он, а до карусели. Какой карусели? Я не знаю, ребят. Ну, не как он, а до карусели. Вот как хочешь, так и понимай. Так, возьмем-ка мы, наверное, с тобой здесь баги. Потому что здесь опять у нас горы наверняка будут, всякие мосты. Попробуем на баги здесь прокатиться. Что там, танк на форсаже, да? Вот объясни мне, как вот этот вот несчастный скутер на форсаже еще сейчас... Нет, не выиграет он. Ну я манал, ребята. Если вот на такой драндулетке можно ехать как-то, то, мне кажется, то ему и супербайк будет по плечу. Да и любая машина, мне кажется. Если вот так вот ехать, да еще... Ну ё-моё! Что там, маневры сделали мы? Слушай, вот тут я что-то, ребята, обделался по ходу дела. А у танка проблемы по ходу дела, да? Не с прыгучестью, а именно с равновесием. Что-то его там на бок завалило, и он ничего не смог сделать. Так, ну что ты, бездарь, творишь, блин? Не могу, прям слов нет, ребята. Четвертым, прикинь. Из-за вот этой тупости только лишь. Ну почему-то первым, на одну очку вырвался. Не знаю, как получилось мне, ребят. 3000 монет плюс зимние шины и ускоритель фляг. Все задания, прикинь, на сегодня выполнили. А вот сельский кубок я буду проходить на Ламборджини. Здесь более-менее ровная дорога. И плюс тут очень много монет и ускорителя. Как раз, который для меня и нужен. Тихо, ё-моё. Кончиком прямо, ребята, задним колесом задел эту подставку. И думал, сейчас перевернемся, но нет. Слава богу, все обошлось. Блин, этот чувак на своих здоровых колесах, блин. Если не ошибаюсь, в первой части эту тачку звали Monster Truck. Я ее, кстати, стал прокачивать, к вашему сведению, ребят. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ну, я имею в виду, в первой части я начал прокачивать. Есть. Тяжело, конечно, прокачивать, особенно когда нет рекламы и не дают тебе монетки. Ну и, соответственно, когда я, ребят, загрузил, у меня же аккаунт тут пропал. У меня сейчас там прокачка машин осталась, но у меня не остались ни кристаллы, ни деньги, ни, соответственно, ни краски, ничего этого не осталось. Так, давай потихонечку, правильно вот так вот. Оп, я не стал, ребят, тут особо гнать, потому что если ее подкинуло бы, я бы там в воздухе завис надолго, и меня бы вот эти охламоны все обогнали. Поэтому я специально снизил скоростушечку. Так, ну что, у нас пустыня. Это, по-моему, одна гонка у нас. Райская бухта, то есть доехать, кто первый доедет, как она называется, скажи мне, я скажу. До яхты, тот и будет на яхте. Так что давай действовать тут
аккуратнейшим образом. Блин, ну вот эти вот камни, конечно, ни к селу, ни к городу. Прыжок сделал тоже, мне называется. Холостой прыжок был. Ладно, нырнем в воду. Отсчитываем. Первый, второй, третий. И после четвертого вниз. Я уже запомнил эту трассу. Ну что, ребята, вот в принципе и все. Остается только запрыгнуть на яхту и уплыть. А это уже не в счет. Мы их все равно потом позже скинем в воду. Испытание на скоростных спусках. Ну, в принципе, здесь тоже можно на раллийном авто. Тут главное, ребят, кто быстрее скорость наберет. И кто дальше сиганет. Можно это так назвать. Вот он, трамплин. Бамс, нормально. Были бы крылья, еще быстрее бы и дальше бы пролетел. Ну и что тут у нас? Это не в счет. Так, здесь можно было бы, в принципе, сбросить скорость. Все. Ну и последняя, заключительная гонка. Тут можно, конечно, через верх прыгануть, но, ребят, я не буду. Опа, даже горючее взял, отлично. Все. Идеально. Что там опять пишут-то нам? Ура, я апнул лихача до третьего слота. О, поздравляю. Всем привет, Дамирчик приехал, пришел. Приво. Так, ну что я хотел-то? Нагорный кубок. Ребят, берем, наверное, все-таки здесь ролейку. Ой, ролейку, багги. Нагорный кубок, опять же, это подъемы, да? Вот эта вся трихомудия будет. Или я ошибся? Ошибся я, походу, дела. Ну вот, опять эти прыжки суматошные. А кто первым там едет? Что-то я как-то не обратил внимания, если честно. Лугард, а кто такой Лугард? На, понятно, ребят. На вертушке. Ну ладно. Если бы я много косяков бы не делал, ребята, все было бы окей. Сможешь залететь? Сможешь, конечно. На багги не залететь туда. А вертушка тоже так стремилась, стремилась, и по итогу ничего не получилось. Привет, мам, я в телевизоре. В телевизоре. Так, ну что, песок в купальнике. Мы, естественно, возьмем. Возьмем, наверное, раллийное авто тогда уж. Да что ты, как я слышу вот это пшиканье. Блин, мне аж прям... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все. Дамир, это ты во всем виноват, блин. В телевизоре я. Вот из-за тебя отвлекся и проиграл. Да шучу я, конечно. В чем ты можешь быть виноват? Если у Рэя руки кривые, блин, в чем Дамир может быть виноват, ребят? Конечно же, ни в чем. Да ты что ты... Ой, бездарь, ой, бездарь. Ну, тут по-другому, ребят, не назвать. Бездарь, он и в Африке бездарь. Понимаешь? Лека. Калека, ё-моё. Да, здесь, наверное, ребят, действительно на багги было бы, наверное, лучше проехать. Слишком много прыжков, слишком заковыристая такая трасса. Ай-яй-яй-яй. Ну и вот эти вот прыжки, конечно же, для багги просто идеально подходят. Вот эти вот подъемчики. Вот особенно вот этот сейчас подъем, который я даже взять не смог.
Ну что, ребята, я могу сказать вам следующее. Я, по-моему, сфейлюсь сейчас. Да, четвертая позиция. И я вообще, по-моему, выдуваю со своими двумя очками и откатываюсь назад. Вот так вот. Покатались, называется. Да, было бы баги, все бы было бы наоборот. Все было бы хорошо, ребят. Я бы даже сказал бы, идеально, наверное, было бы. Но нет, я пожадничал, скажем так. Давай вниз. Что там еще за халабуда сзади едет? Даже не увидел, ребят. Ага. Еще одно раллийное авто за мной гналось. Ну давай, 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 давай. Нечего тут теребунькаться. Пускай он там поверху с кактусами целуется, а мы с тобой здесь вот. Ты посмотри. Ежик в тумане вылез, блин. Вот так вот. Вертушка-то там наяривает. Поздно, как говорится, пить боржоми, когда почки сели, верно? Верно. Так, поехал я сюда. Ау! Как тут задел? Аккуратненько. Крышу скинули, соответственно, у нас, ребята, скорость должна увеличиться. И вот оно, первое место. Все, я возвращаюсь обратно на свою позицию. Кубок езды по ухабам. Ну, здесь-то ты прекрасно уже понял, да? Как только слышим слово ухабы, сразу в голову идет багги. Именно оно по ухабам, ребят, самое топовое ездовое устройство. Все. Просто всех позади оставили. Давай дальше так же. Так, я что-то не понял. Там кто? Там кто-то на форсаже, что ли, у нас? Ну, конечно. Офигеть, блин. Ну-ка, давай посмотрим, как ты здесь, олух, на своем форсажике пофорсишь. Труп будущий, так скажем. Ну, что ж ты там не форсишь-то? А? Форсунка. Ну и чё? Трупец? Да, конечно, труп... Нет, приехал там. Щегол. Так, ну а нам остается, наверное, гонки две всего лишь получить. Точнее, выиграть, и мы получим наши кубки. Так что поехали. Опять эту пустыню убрал. Опять тут тягач. Тёма, блин. Не показалось ли он на прыжках, ребят? Не, показалось, наверное. Вроде как амортизаторы, я слышал, там блин, их ни с чем не спутаешь. Есть. Опять мне выпадает, ребята, это скоростной 86. Что-то я с ним слишком часто, как бы, скрещиваюсь, схлёстываюсь. Тёма, Тёма, не газуй. Не надо выпендриваться, ребята, не надо. Вы все должны идти за мной. Строевой. Так, дорога через... Через чего? Через мучение? Через боль? Тут... О, воу-воу-воу, тягач. Ну, ё-моё, ну куда ты, тягач, лезешь тоже, а? Ты заколебал, серьезно тебе говорю. Ну, только тягачей тут не хватало. Есть. Я не знаю, почему скоростной выбрал себе германский флаг. Странно. Рэй, привет. Передай мне привет. Ветеран, привет. Так, и у нас последняя гонка. Это, опять же, пустыни. Путешествие на пальцах. До сих пор не могу понять, почему именно... Путешествие на пальцах.
Опять кто-то там, на, блин, на форсаже шпарит. Форсит, так скажем, да? Хорошо. Детский бассейн. Блин, было бы прикольно, если бы задний фон бы еще немножко был бы как бы анимирован. Ну, то есть там людишки бы, например, там бегали бы, играли бы в волейбол там, или еще что-нибудь, да? Вот это было бы вообще топ. Так, охламонище, куда ты лезешь? Еще не дорос, как говорится. А уже просит такие вещи. Все. 6 очков у меня уже в кармане. 6 баллов. Вот, кстати, вот он этот Зелебобыч. Он думает, что крылья ему помогут. Я почему-то в этом не уверен. Вот и все. Ну что, заключительная на сегодня, ребята, гонка будет. Это кубок лесов. Че, будем брать? Блин, по-моему, я опять ошибся. Кубок лесов — это не то. Не то опасное место, которое я предполагал. Ладно, первую гонку взяли. И этот даже обогнал супердизель. А супердизель, ты заметил, что он чисто на дыбы вставал и ехал? Ему нравится на дыбах ехать. Опа, и вот второе место опять же. Ну, второй раз первое место. Так я хотел сказать. О, здесь я что-то вспышку-то прозевакал, друзья. О, тут Антек тоже, ребят, на баге, кстати, едет. Ну что же, Антек не справился с заданием, поэтому и злится. Ну а мы, друзья, с вами забираем 36 тысяч кубков. Две детальки, и это у нас на ККМ-ку. Ускорители. Следующая наша гонка будет до 40 тысяч кубков, а там уже рукой подать будет 50 тысяч. То есть будет пройден у нас, ребята, этот полностью заезд. Так, что у нас тут? Давай посмотрим. На баге. А я не сомневался, что свин разобьется. Я же помню, как мы пытались тут прокатиться, и ничего у нас не получалось. Кстати, у меня 100 тысяч уже накопилось. Может быть, нам потратить малька деньжат-то? Что мы там прокачиваем? Вертушку? Да мы что только не прокачиваем. И вертушку, и мотоцикл мы качали, и... Все потихоньку, помаленьку. Ну, я уже объяснял, ребята, в любом случае нужны прокачанные все тачки. Я уже молчу про ихние, как говорится, эти запчасти. То есть там ускорители и тому подобное. Они должны быть хотя бы, ихняя база должна прокачана быть полностью. Только вот в этом будет у нас потом успех, ребята, на всяких разных видах гонок. Сейчас такой еду и думаю, да где же финиш-то? Вспомнил, что здесь финиша-то нету. Здесь бесконечная гонка получается у нас. Ну, чем дальше мы проедем, тем, как говорится, и лучше будет. Просто на заднем колесе едешь, как этот. Как называется-то? Блин, скажи, я скажу. Ну, как знаешь, как эти акробаты-то. Вот и у нас что-то типа того. Проедь как можно дальше на заднем колесе. Так, уже 102 тысячи. Плюс мы с тобой получили уже третий сундук. Так, опять узкое место. Это не беда. Тут самое главное, ребят, вовремя поднимать горючку. И вот здесь как раз вот, вот этот вот магнит, который у нас установлен, в этом деле очень хорошо помогает.
чем прокачаннее магнит, тем, ребята, дальше он захватывает монеты и горючее. Так, тут уже зимовка у нас пошла. Так, спуск вниз, я так понимаю. Да здесь я, наверное, особо не буду выпендриваться. И так как багги у нас сама по себе легкая машина, естественно, от монет, от ускорителя, да, вот этого монетного, она и прыгает выше, в отличие от других машин. Ролик, например, не так далеко прыгает и летит, как та же самая багги. Так, что у нас там? Оп, еще деньжат. Где горючее? Вот оно. Уже пятый сундук заработали. И 105 тысяч монет почти накопили. Опа. Справился. Красавчик багги. Такой высокий довольно-таки подъем был. Ну и ты видишь, что мы его взяли без проблем. Но ведь какой-нибудь подкол все-таки, ребята, они должны сделать. Самый огромный подкол, это у них, соответственно, когда кончается горючка. Это, по-моему, самый такой зверский подкол. С этим не поспоришь. Так, смотри-ка, у нас здесь супердизель. Ага, я понял. А мы что, здесь на супердизеле были? Ничего себе, я не ожидал, что мы побьем рекорд супердизеля. Ох, а дальше бы ему как тяжело-то здесь было бы, ты представляешь? Ладно, едем пока дальше. Так, 107 тысяч монет уже заработали. Седьмой сундук открыли, ну, забрали. Но я тебе скажу, пока полет нормальный. Опа! А вот этого я никак не ожидал, друзья. От слова совсем не ожидал. Здоровски. Так, амортизаторы прыжков. Я ни разу не видел, ребят, прикинь, на моноколесо взять амортизатор прыжков. Ну что, еще, ребята, 6 тысяч, и мы с вами возьмем 100 тысяч. Так, привет, ролик снимаешь. Так, он вышел. Да, снимаю, но уже отыграл. Все, все, ребятушки, пойду отдыхать. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.